Это Лука. Так же, как и все мои животные, это спасенный питомец. 4 месяца назад мы помогли ему выжить в одной очень тяжелой ситуации. И сейчас он живет у меня дома, набирается сил, укрепляет иммунитет для того, чтобы поехать на профессиональное обучение кинологическим наукам. Куда мы сейчас едем? В данный момент мы едем в центр временного проживания бывших бездомных животных, то есть в то место, где буквально живут спасенные, ранее спасенные нами животные, которые уже чувствуют себя здоровы, у которых нет никаких проблем со здоровьем. Там, в этом месте, у нас проходит социализация, адаптация этих животных. Как далеко это находится от города? На самом деле это находится не в городе, не в Алмате, это Алматинская область, но относительно недалеко, это 30 километров. Это поселок близ Алматы, достаточно удобное, комфортное место для проживания животных. Несмотря на то, что я считаю это место комфортабельным и удобным для проживания большого количества животных, не все со мной согласны. В частности, наши соседи не раз заявляли нам, что мы доставляем им дискомфорт, что собаки шумят, и им очень сложно соседствовать с нами. И когда нам предлагались уехать отсюда, сменить место своей дислокации, на самом деле это не очень легко сделать. То есть большое количество животных, плюс сама организация вот этого центра, достаточно энергоемкая задача. И когда просьбы и увещевания соседей не увенчались успехом, они перешли к более решительным действиям. Попросту нас подожгли. Как показала экспертиза, это был рукотворный пожар. Да мы и сами это прекрасно знаем, нам не раз угрожали в этом. К сожалению, погибли животные. К счастью, не так много, как предполагалось изначально. Большое количество животных удалось спасти, реанимировать, вернуть к жизни. Но, к сожалению, 6 собак наших, ранее спасенных, 6 животных, которые получили от нас уже шанс на жизнь, здесь мы можем сказать, что мы не уберегли их руками агрессивного общества, руками негативно настроенных соседей. Мы потеряли таким образом в пожаре своих животных. Я не буду говорить о том, что в процессе спасения, в процессе участия в этом пожаре, то есть в моем, то есть что я как бы страдал, что у меня были реабилитационные потом какие-то процедуры, то есть я попал в больницу. То есть это мелочи по сравнению с тем, что это вообще было. То есть люди, да, которые не могут решать вопросы цивилизованно, да, решают в соответствии со своим мировоззрением, со своим представлением о правильности, о своих взглядах. То есть если они не могут, если их желания не удовлетворяются, они готовы действовать радикально. В целом, это отражение общества. То есть наш отдельно частный случай – это отражение взглядов общества на проблему. То есть почему у нас государство регулирует численность бездомных животных исключительно безальтернативным методом отлова и уничтожения? Потому что они не могут или не хотят делать иначе. Точно так же, как и наши соседи. Они не могут с нами договариваться, они не могут на нас как-то воздействовать при помощи каких-то государственных законных инструментов. Да? То есть они перешли к активной фазе противостояния. То есть они решили нас сжечь, чтобы нас просто не было на этом месте. Те, кто в свободном перемещении, те, кто будет вокруг вас, никаких проблем. То есть они добрые, все. Единственное, что они могут делать, они могут пачкать, потому что они все хотят общаться, они все прыгают, они все, ну вот как собаки делают. В чем проблема? Что тебя не погладили еще? Так, с вот этим, осторожно. Все, хватит. Она больная.
сейчас должна быть на камере сработать. Тося, 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 не убивай. Итак, в данный момент мы находимся в центре временного содержания бывших бездомных животных Комис. Здесь собаки живут, здесь собаки, надо сказать, что это уже здоровые животные, либо здоровые, либо уже которые близки к реабилитации, близки к своему оптимальному состоянию физическому. В данный момент здесь проживает 123 собаки, пришедшие к нам в течение 2 лет. Мы же прекрасно понимаем, что собака домашняя животное. И опять же, подчеркивая слово «домашнее», я хочу сказать, что у каждого животного должен быть дом свой. Что меня привело в волонтерство? Давайте посмотрим на нашу окружающую среду и что мы в ней увидим. А увидим мы в ней несправедливое и нетолерантное отношение общества к окружающей среде, в общем и в частности к животным. Желание исправить, желание изменить эту ситуацию привело меня в волонтерство. А если мы будем говорить о какой-то конкретной причине, о каком-то триггере, да, то есть что именно подтолкнуло, то лично для меня отправной точкой было посещение изолятора для бездомных животных. Это то место, куда службы отлова, городские или региональные, привозят отлавленных животных, где эти животные в течение 3 дней ждут, так скажем, своей смерти, ждут усыпления. В тот момент, когда я оказался в этом месте, где бесчисленное количество животных единовременно смотрят на тебя, ждут твоей помощи, то есть это достаточно сложный для... Не то, что для понимания, это достаточно сложный эмоциональный момент, ну а для меня, для человека, который любит животных, который подсознательно настроен на оказание какой-либо помощи кому-либо, то есть безотносительно там животных, людей. Этот момент, этот эмоциональный момент, он стал для меня причиной того, то есть в этот же момент я сам себе сказал, что я просто по-другому и своей прежней жизнью жить не смогу, когда я знаю, что происходит, когда я знаю, что рядом по соседству на соседней улице в таком объеме живые существа ждут помощи. Что именно я делал? То есть животное забиралось, животное ехало в клинику на карантин. Мы приводили в порядок здоровье этого животного. И в течение этого времени мы подыскивали ему новый дом. Предложение по животным, оно превышает спрос этого животного. И когда ты забираешь животное оттуда, да, когда ты его приводишь в порядок, у тебя не всегда есть возможность сразу же передать это животное в новый дом. Животное зачастую остается жить с тобой. Но поскольку мы живем в таких условиях, не позволяющих содержать единовременно большое количество животных, было принято решение об организации места, где животные, которые находятся в ожидании пристройства, где эти животные будут жить. То есть само название нашей вот этой вот организации, где живут животные, да, Центр временного содержания бездомных животных. Оно говорит само за себя. Как организовано проживание животных в нашем центре? Наверное, вы видите, что часть животных находится в вольере. У каких-то животных есть возможность свободного перемещения по территории. И какие-то животные у нас зафиксированы возле будок, так скажем, на цепях. Те животные, которые находятся на цепях, они ограничены в передвижении, потому что они в данный момент находятся в процессе социализации. То есть вопрос, когда они будут бегать точно так же, как животные в произвольном перемещении, это вопрос времени. То есть как только мы понимаем, что животное лояльно относится к своим хвостатым, так скажем, друзьям, когда животное лояльно относится к человеку, у него появляется возможность свободно перемещаться по территории нашего центра. Те животные, которые находятся в вольере, это их
место, где они кушают, где они питаются и где они спят. То есть животное, находящееся в вольере, не постоянно находится там. У каждого животного, находящегося в нашем центре, есть определенное время для прогулок, где он может посвятить себя организации своего, так скажем, собачьего досуга. То есть он может играть со своими хвостатыми друзьями, он может бегать, он может плескаться в речке, как вы видите. То есть нету какого-то четкого ограничения. То есть это главный наш принцип. То есть мы внутри своего центра, внутри места содержания даем максимальную свободу этим животным. Привет, Орлан. Это Пуфик. Пуфик. Попробуй сказать громче, чтобы он услышал тебя. Пуфик. 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 Вот он услышал тебя, сейчас он к тебе подойдет понюхать, поздороваться, познакомиться. Еще раз скажи его, позови. Пуфик. Пуфик. Все, его можно гладить вот так. Повторяй, повторяй за мной. Пуфик. 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 Тебе нравится его мягкая Марица. Шерсть? Взаимодействие собак и детей в формате нашей организации, оно произошло, оно образовалось, так скажем, достаточно случайно. Поскольку в центре, в нашем центре временного содержания бездомных животных, мы с этими животными проводим работу, направленную на адаптацию и социализацию этих животных. Говоря простым языком, мы делаем этих животных добрее и коммуникабельнее. Со стороны некоторой части общества это вызвало интерес. То есть люди хотят приехать, увидеть единовременно большое количество добрых животных, да, поиграть с ними. И, соответственно, мы организовали для этого, организовали два дня в неделю, два выходных дня, где мы проводим на базе нашего центра, проводим досуговые мероприятия. То есть, что они себя представляют? То есть любой человек может приехать к нам в приют, зайти и поиграть с этими собаками. То есть те эмоции, с которыми человек уезжает, да, они говорят об актуальности этого момента. Пусть это не в масштабах города, не в масштабах страны, да, но на отдельно взятом участке, с отдельно взятым человеком, да, собаки общаются. То есть благодаря этому у этого человека может поменяться взгляд на этих животных. То есть он может посмотреть на них по-новому, иначе, да, когда еще вчера он шел по улице и он воспринимал бездомных животных как некую угрозу, да, то посетив наш центр, да, став участником вот этих вот самых досуговых мероприятий, да, он понимает, что на самом деле это не те животные, то есть их не стоит бояться, то есть, и с ними просто нужно уметь коммуницировать. Я скажу, что у нас уже происходило, да, то есть какие у нас уже были мероприятия. То есть к нам приезжали дети из летнего лагеря на экскурсию. То есть единовременно у нас здесь было порядка 130 человек. То есть был невероятный опыт, невероятные ощущения, когда людей, желающих погладить собаку, больше, чем этих самых собак. Да. В процессе вот этих самых досуговых мероприятий однажды произошла достаточно неожиданная вещь. К нам официально обратилась организация «Центр инклюзивных программ для детей с особенностями развития». Они изъявили желание посетить наш центр с детьми, у которых есть особые потребности. То есть кураторы или руководители этого центра, они прекрасно осведомлены о такой вещи, как канистерапия. То есть это реабилитационный процесс для детей с особенностями в развитии при участии именно собак. То есть во всем мире достаточно известное, а в некоторых странах прямо это достаточно развивающееся направление, то есть оно очень актуально. Но в нашей стране, к сожалению, такого нет. То есть, и вот когда к нам обратились с вот этим моментом, то есть можно ли приехать, можно ли ваши собаки пообщаются с нашими детьми, так скажем. Они хотели провести свои какие-то наблюдения. То есть, ну, для нас это был безусловно интересный и очень волнующий опыт. Естественно, мы согласились, к нам приехали. И то, что последовало далее, подтолкнуло нас к мысли о том, что у нас в стране, у нас в Казахстане тоже должно работать вот это вот направление, тоже должна образоваться тот процесс, где животные, в частности собаки, участвуют в реабилитационных процессах, ну, вот для этих детей с особенными потребностями.
Ну что можно сказать? Силы уже точно не равны, уже тянет, уже удержать его невозможно. Бой. Аккуратно. Молодец. То есть это был огромный белый алабай, найденный в степи. То есть он был изголодавшийся, то есть от него один скелет был. И у него от истощения, то есть у него уже функции организма начали отказывать, у него отказали лапы. Ночью я приехал туда, я его нашел. Он огромный, несмотря на то, что огромный скелет обтянутой кожей. То есть плюс это была, ну, агрессивная собака, да, то есть здоровый алабай, дикий, да, там алабай. Я один его погрузил в машину, мы привезли его в клинику, там полночи в клинике капали. Потом началось восстанавливание у него, то есть через там месяц-полтора он встал на задние лапы, то есть у него заработали функции организма, он начал приходить в себя. В клинике он рвал и метал всех, кроме одной медсестры, только одна девушка могла с ним контактировать, всех он там этот разгонял. Ну и меня, ну на меня он тоже сначала агрессировал. И как он постепенно, по мере восстановления, как у него происходило изменение в мозгу, то есть как человеку, да. Потом, когда у него лечение закончилось, мы отвезли его, его нельзя было сюда брать, ну, потому что это большая агрессивная собака, здесь невозможно содержать его здесь. Я договорился с зоогостиницей, там у него огромный вольер суперский, то есть, и там он полностью пришел в себя, то есть там он стал полноценной взрослой собакой, да, то есть вот изначально. Изменил свое отношение к людям, но не ко всем, то есть к некоторым он прям вообще безальтернативно агрессировал. И стал вопрос о его пристройстве. В таком состоянии пристраивать собаку нельзя, потому что ты его сейчас пристроишь, он там кого-нибудь укусит, и опять все, его либо выгонят, либо там убьют, либо еще что-то с ним сделают. И мы отвезли его в кинологический центр. Там, получается, это в Узумагаче, специальное место, где живут животные, и где с ними работают профессиональные кинологи. То есть это топовые казахстанские кинологи, то есть прям топы, которые ездят на чемпионаты мира со своими собаками. То есть мы привезли к ней эту собаку. То есть это был сырой материал. И то, что она с ним сделала, какой потенциал она в нем открыла, то есть что он сейчас вытворяет, насколько он сейчас, как сказать, живет полной жизнью, да, то есть, ну вот бывшая агрессивная сумасшедшая собака, да, она сейчас просто всегда улыбается. Она просто кайфует от взаимодействия с людьми, да. То есть она выходит, когда на стенды, ей даже не обязательно ничего показывать, то есть он с таким счастьем бегает по всем, он там сам все делает, то есть он невероятно послушный, то есть, казалось бы, воспитывают собак, да, каких-то, ну, показательных, каких, немецкие овчарки, да, там, ну, вот прям вот там какие-то такие специализированные. А здесь алабаев же у нас никто не воспитывал, они, в принципе, такие, ну, достаточно умные, они умные, но они очень хитрые, но это уже о другом, то есть. И тут она сама, то есть мнение профессионального кинолога, да, одного топового кинолога казахстанского, она говорит, это уникальный случай, это удивительный случай. То есть, что из этой собаки? То есть, какой он сейчас? Он сейчас неимоверный красавец, при этом он такой, ну, картинка, то есть идеально. И вот то, что было, и то, что с ним сейчас, то есть это прям вот вообще небо и земля. Еще одна. Главная задача нашей организации – это взаимодействие с обществом. Это различные виды взаимодействия с обществом. Если говорить буквально, то мы разговариваем с людьми. Мы разговариваем с людьми посредством проведения каких-то уроков добра или классных часов для детей в школу. То есть мы приходим, рассказываем, то есть мы коммуницируем, рассказываем, что такое животное, почему, откуда они появляются. Для более старшей возрастной категории у нас есть публичная деятельность, в частности, моя публичная деятельность, это я участник различных конференций, различных лекций, где я говорю то же самое, то, что я говорил детям, но более взрослым языком. И там же я говорю о профилактике появления бездомных животных, да, о причинах его появления. И, конечно, коммуникации с госорганами, потому что наряду со всеми остальными причинами, предпосылками появления бездомных животных на улицах, я считаю, государственное регулирование, которое происходит в данный момент в нашей стране, оно неэффективно. Я считаю, да и вы сами можете убедиться в этом, посмотрев, выглянув в окно. Многие года у нас производится отлов и уничтожение животных, тем не менее, этих самых животных на улице не становится меньше, если не больше, так скажем. И вот разработка альтернативного метода, да, способа регулирования численности бездомных животных, то есть изучение мирового опыта,
и потом презентация вот этих вот моментов в госорганах, да, в профильных структурах. Это тоже наша задача, это тоже наша задача, это тоже наша работа. Мы коммуницируем с профильными государственными структурами, мы пытаемся показать и доказать и презентовать более эффективные методы, методы, которые построены исключительно на гуманности и эффективности. Почему мы сфокусированы на детях? Ну, надо понимать, что сейчас общество, можно сказать, отвлечено от проблем животных, да, своими насущными какими-то вопросами. И я считаю, что дети сейчас, получая представление о животных, получая какие-то знания о животных, они в будущем смогут сформировать ту субкультуру правильного взаимодействия с животным. То есть, по сути, мы должны научить детей, чтобы в будущем у нас не было этой ситуации. В 2020 год объявлен годом волонтера. И если я могу точно сказать, что раньше, еще год назад, о волонтере, о волонтерской деятельности по большей части никто и не слышал, ну вот в широком понимании этого слова, то сейчас, благодаря информационной поддержке именно волонтерства, все больше и больше людей узнают об этом. И я считаю, что 2020 год, как год волонтера, станет дополнительным стимулом, если можно так выразиться, либо какой-то отправной точкой для еще большего количества людей, которые посмотрели и узнали, что такое волонтерство. Основной из целей организации этого центра, то есть, это поиск нового дома. Но также, видите, для потенциальных хозяев, для кандидатов на этих животных у нас крайне жесткие требования. И нету такого момента, что нам позвонили и животное уехало в новый дом. То есть, такого нет. Точно так же здесь нет такого, чтобы кто-то к нам приехал, выбрал животное, ткнул пальцем, взял его и уехал. Такого нет. Этому процессу пристройства предшествует еще несколько процессов. То есть мы очень долго разговариваем на предмет, ну, с потенциальным владельцем нашего животного, мы очень долго разговариваем на предмет его опыта содержания животного ранее, которое у него было. То есть мы узнаем, что, какие животные у него были, чем в итоге закончилось это проживание, ну, владение этим животным. То есть, ну, насколько человек опытен. Дальше мы как бы разговариваем, общаемся на тему того, какие перспективы, как животное будет жить, какое у него содержание. То есть категорически отметаются варианты с проживанием на цепи. То есть отсюда животное не поедет в новый дом, если оно будет жить на цепи. То есть ситуация или условия содержания хуже, чем у нас, не рассматриваются ни при каких обстоятельствах. А у нас, как вы можете заметить, условия содержания очень-очень хорошие. Если предположить такую ситуацию, что животные могли выражать свою мысль понятным для нас языком, то, учитывая то, с чем они сталкиваются сейчас в нашем обществе, в нашей стране, наверняка животные попытались бы донести до нас такую мысль, что нас, собак, не обязательно любить, достаточно просто не приносить нам вред и не обижать нас.